Нижегородский орнитолог Алексей Левашкин уже больше 10 лет занимается изучением и фотографированием птиц, отдавая особое предпочтение совам. Работая с ними, он убедился, хороший орнитолог должен быть еще и строителем. В последние несколько лет пернатым стало гораздо труднее гнездиться. Дело в том, что длиннохвостая неясыть – птица крупная, и для устройства гнезда ей нужно довольно большое дупло, которое найти очень сложно. В 2005 году Алексей с коллегами построили несколько специальных гнездовых ящиков в надежде помочь птицам. В следующий год во всех четырех совы заселились. То есть была стопроцентная заселяемость. Это нас всех вдохновило, потом это вдохновило коллег из других регионов, из Самарской области, из Новосибирска, из Алтайского края. Таким же образом нижегородские орнитологи помогают стать новоселами и беркутам. Строительство платформ для редких видов, для скопы беркута, это виды, занесенные в Красную книгу России, охраняются законом. И у них проблема с тем, что нет больших деревьев, на которых они могут сами построить гнезда. То есть птица с размахом крыльев 2,5 метра не может найти себе подходящее дерево. В итоге мы строим такие рамы метр на метр, и им уже удобнее там построить свое гнездо. Все эти работы специалисты проводят весной и летом. Осень и зима – время для анализа собранной информации и отчетов. Кроме того, Алексей с коллегами подкармливает птиц в Щелоковском хуторе. В Нижнем Новгороде зимует несколько десятков разных видов птиц. И на Щелоковском хуторе мы организовали такую подкормку. То есть любой желающий может прийти, покормить синичек, и уже в новогодние праздники синичек можно будет кормить с руки. Хрупким птахам трудно пережить морозную зиму без поддержки человека. Помочь пернатым может каждый. Достаточно просто насыпать семечек на подоконник или в кормушку во дворе.